Багаж в полицейское управление. Доставьте. Как же она выросла и похорошела. Петр Иванович изменился. Давай, давай, давай. Получается. Вот, вот, вот. Дядя, какое счастье, что ты приехал. Ты всегда что-то необыкновенное придумываешь. Как я счастлив. Ну ты не представляешь. Я какая-то взрослая. Ну-ка, признавайся. Сколько разбитых сердец на счету? А? Веришь? Ни одного. Нет, не верю. Как же тебя давно не было. В Затонске ничего не изменилось. Все по-прежнему, все по-старому. Ну, может быть, это и к лучшему. Может быть. Да. Соскучилась она по нему. Давненько он у нас не был. Лет 5? Кажется, даже и не вспомню сразу. И что же, так и не нашел себе спутницу в Париже? Ну, думаю, в спутницах у него недостатка не было. Но жены нет, не нашлось. И между нами говоря, он приехал сюда совершенно без средств. Так что теперь моему Витеньке придется еще и брата содержать. А возраст, надо признаться, его только красит. Баламут. Объявил себя каким-то спиритом. Это который с духами разговаривает? Угу. Дядя, а вот ты завтра идешь на спиритический сеанс Кулешова? Да, зван, интересуется. А можно мне с тобой? Конечно, конечно, да? Можно, я не против. Но вот как на это отреагирует твоя мама? Ой, ну с ней я разберусь. Ну, поехали. Похоже, они нашли друг друга. Да уж. Еще и механизм этот. Нет. Ну, сколько можно? Бонжур. Аня, нет. Аня, нет! Ну, не собирается же она на улицу выехать. Нет, это немыслимо. Ну, все, землетрясение в Затонске. Теперь разговоров на неделю. Это невозможно, ребенок. Тебя иду искать. Thank you.
Чем могу служить? Доложите полицмейстеру, что прибыл штурман. Ждите, сейчас доложу. Диву даюсь. Откуда в людях эта непреодолимая жажда взять то, что плохо лежит? И ведь не ими положено. Ладно. Угу. Что же получается? Он выбежал из дверей и наутек? Ага, побежал. А я смотрю, дверь-то взломана, а тут люди бегут, городовой. Ага. Особые приметы никакие не запомнили? А ты, стал быть, мимо шел? Ага, мимо. Живешь неподалеку? Не, в Слободке живу. В дом заходил? Не, это зачем же мне? Тот как выскочил, как побежал, а тут тетка какая-то завопит, мол, держи вора. Ну, я там, значит, и стоял. Это барышня крикливая, я ее только что опрашивал. А что же это вор на улицу-то выбежал? Ведь он мог через окно, да, огородами? Да какие же там огороды? Окна в стену выходят. Тупик. Тупик. Ты же только что говорил, что в дом не заходил. Откуда же знаешь, что тупик? Так, известно. Тупик там. Я бы советовал вам осмотреть ближайшие кусты, где сей господин наверняка и сбросил украденное. А ты там был, господин хороший, а? Это кто? Чё это он? Сударь, я вас попрошу не вмешиваться. Вы продолжайте, продолжайте. Я разберусь без ваших указаний. Не нарушайте порядок! Господин полицмейстер просит вас. С тобой, голубчик, будет разговор теперь особый. Штольман Яков Платоныч, надворный советник. Имею честь представиться по случаю прибытия на новое место службы. Добро пожаловать, Яков Платоныч. Из каких таких радостей столичного сыщика перевели в нашу глушь? Знаете, всегда мечтал служить в провинции. А у меня вот иные сведения. Ну что ж, никакой тайны в этом нет. Если вам все известно, отрицать не буду. Да уж известно. Но у меня, знаете ли, тоже есть свои источники. Но ведь не убили никого, и то хорошо. Мне главное, чтобы не по политическим мотивам вы у нас оказались. Не по политическим, это точно. Это что за птица? Какой-то чин из Петербурга. Инкогнито прибыл. Да? Инспектор? Да, похоже на то. Похоже. Я, разумеется, знаком с вашим послужным списком. Впечатляет. Тесно вам у нас будет после столицы. Чиновник по особым поручениям, сыскного отделения департамента полиции и вдруг провинциальный сыщик. Хотя у нас тоже бывают случаи заковыристые. Без дела не останетесь. Надеюсь оправдать ожидания. И давайте без чинов. Просто Иван Кузьмич. А это, кстати, не мой кабинет, а ваш. Занимайте ваше место. Благодарю. И подберите себе помощника. У нас есть несколько опытных сыскарей. А я могу поговорить с молодым человеком, который сейчас в приемной? С Коробейниковым? Так он простой дознаватель. Без году недели у нас. Но все же, если вы не против. Как вам будет угодно. Письмо тебе принесли. Благодарю тебя. Ангел мой.
Мой оракул, ты много говорил о нашем будущем. Пусть теперь о нем скажут духи. Жду тебя вечером. Твоя Татьяна. Плохие новости? Глупости и пустяки. Можно я потом возьму у тебя почитать? Можно я возьму у тебя потом почитать? Да, конечно. Тебе интересно? Да. Надо бы кое-что прояснить. Ты что, опять что-то видишь? Да. Ожерелье весняное? И где же оно было? Оно было в гостиной. Мне его бабушка показала. Какая бабушка? Ангелина. Анечка, твоя бабушка умерла? Нет, я ее видела. Анечка, врать это нехорошо, это стыдно. Я видела. Анюта, ты в самом деле видела бабушку? Это как тогда в детстве, когда бабушка умерла? Да, только тогда мне казалось, что они живые люди, те, кто ко мне приходил. А теперь они мне снятся. А сегодня вообще мне приснилось, словно я эта утопленница. И еще и сказала: смерть неизбежна. А что ты еще сказал? То есть, что она сказала? Больше ничего. Ты не спросила? Ну как, это же сон. Ну, дитя мое, такое бывает. Случается, не волнуйся. Так ты возьмешь меня сегодня Кулешовым на сеанс? Да, конечно. Конечно, я же обещал. Да. Вас, Лугородь, разрешите? Здесь поставьте. Можете идти. Слушаюсь. Продолжайте. После гимназии служил письмоводителем на почте 5 месяцев. Потом билетным кассиром на пристани. Но совсем недолго. И после этого у купца Хомутова 5 месяцев работал в конторе. И в управлении хозяйственной части пожарной охраны. Ну что ж, богатый жизненный опыт. Стало быть, город знаете? Да, как свои 5 пальцев. Вижу, в полицию пришли по зову сердца? Так точно. Чувствую призвание служить закону и общественному благоденствию. Похвально. Ну что, послужим вместе. Как вас по батюшке? Антон Андреевич. Что же, Антон Андреевич, помогите мне с багажом разобраться. С удовольствием, Яков Платонович. Держите. Аккуратнее, это фотографический аппарат. Пластины, химикаты для проявки фотографии. Но ведь фотография – это очень дорогое занятие. Я упростил процесс по методу Левицкого, и теперь это занятие стало гораздо дешевле. Вы откроете, откройте. Да. Ваше благородие, осмелюсь доложить убийство. Сюда, ваше благородие, сюда. Расступись, расступись, расступись. Я желаю вашего благородия. День добрый. Вот. Thank you.
Вот убийца. Я не убивал. Так. Да он убил, паразит Митька. Да, все слышали, как они ругались. Приревновал, черт скаженный. Ну и что видите, Антон Андреевич? Вижу, тело лежит навзничь. Головой ко входу. Топором его ударили, и топор здесь же и бросили. Что, на мой взгляд, странно. Следов борьбы не видно, то есть удар был неожиданный. Ну, допустим, убитый стоял на крыльце лицом ко входу. Так. Так он и стоял, когда я пришел. И топор в руках держал. Но не убивал я его. Обругал и ушел. Это твой двор? Нет, мой там. Смотрите, карабинник. Оконный проем и стена забрызганы кровью. То есть убитый стоял лицом к окну, спиной ко входу. Удар произвели снаружи, когда он вплотную подошел сюда. Изнутри такой удар не произведешь. Чей это двор? Так, чей двор за сараем? Как это? Василий двор. Василий. Стой! Кто сказал? Стой! Стой! Давай, давай, заходи! Покидая тело, душа возвращается в мир духов, из которого она и вышла, чтобы возобновить некое новое материальное существование после некоторого отрезка времени, более или менее долгого, в течение коего она пребывает в состоянии скитающегося духа. Поскольку дух должен пройти через многие воплощения, то из этого следует, что мы все имели много существований, и что у нас будут еще и другие воплощения на этой земле, либо в других мирах. Ты дал ей эту книгу? Она меня попросила. Она интересуется, конечно, дал. Так сам ты веришь во все это? Я больше тебе скажу. Я практикую. Ай, брат. Знаешь что? Я очень не хотел бы, чтобы Анна чрезмерно увлеклась всем этим. Знаешь что? Ты отец, правильно? Ты можешь ей запретить. А я что? Меня попросили, я дал. Ах ты, боже мой, добрый ты мой дядюшка, а? А то ты не понимаешь, почему я тебе все это говорю. Слушай, хватит маячить, сядь уже, наконец. Неужели ты не помнишь все эти ее детские странности? Я все прекрасно помню. Да, у нее были определенные задатки. Задатки? Только не вздумай провоцировать ее на все эти фантазии. Если б ты знал, сколько нам усилий пришлось потратить на то, чтобы убедить ее в том, что невозможно видеть мертвых точно так же, как и живых. Я не провоцирую. Мне в голову не пришло, что книги нужно держать под замком. Не знал, что нужно книги прятать. Да, я тоже не знал, что книги нужно прятать. А выходит, что нужно. Ладно. Сам-то вообще чем собираешься заниматься? Ну? Надо подумать, надо осмотреться. По-твоему, спиритизм, чем не занятие? В Париже каждый медиум состоятельный человек. То в Париже. Так должен он был Федору кругом. Да он весь в долгах. А Федору столько должен был, что хоть избу продавай. Топор, ваше высокоблагородие. Топор. Ну вот и все. В управлении его. Однако, Яков Платонович, позвольте мне выразить вам мое восхищение. Оставьте. Ну, скажите, как вам удалось так быстро все оценить? Я просто внимательно смотрю. Чего и буду требовать от вас. Учиться всегда и везде. Но
Яков Платонович, я буду счастлив учиться у вас. Безоблачного счастья я вам не обещаю. Вы так и будете там стоять? Трогай. Господа, прошу внимания, а вот и наш волшебник. Всего лишь медиум, всего лишь медиум. Позвольте представить вам моего мужа, Игнатия Петровича. Весьма приятно. Анна, моя племянница. Анна, вы прелестны. Ну что ж, госпожу Громову, я думаю, вам представлять не нужно. И без сомнений, вы должны помнить нашего поэта, господина Семенова. Учитель словесности, как же. Ну и, конечно же, господина Мазаева, нашего живописца, вы тоже знаете. Как там Париж? Париж, как всегда, прекрасен. Ну да, ну да. Ну что ж, господа, все в сборе. Прошу за стол. Как вы знаете, по желанию моей супруги, Петр Иванович продемонстрирует нам новомодную забаву. Забавы – это... Это вряд ли можно назвать. Петр Иванович, не сердитесь. Мой муж просто хотел сказать, что это популярное движение в Европе. Ну, движение может быть. Но я бы все-таки назвал это... Я бы назвал это наукой. Если вы позволите, господа, вначале я скажу пару вводных слов о спиритизме. Спиритизм – это практика, зародившаяся в Европе еще в середине прошлого века. Благодарю. А, любезный, можно вас попросить выключить электричество? Пожалуйста. Медиум. Медиум обладает удивительной, я бы сказал, уникальной способностью. Он соединяет наш мир, мир земной и другой мир. Сущности же, с которыми он сообщается, сами себя именуют духами или гениями. И прежде они проживали здесь, на Земле. Они образуют мир духовный, в отличие от нашего с вами мира телесного. Ну, впрочем, что об этом говорить, когда можно показать? Ох, не по душе мне все это, господа. Да бог с вами, это всего лишь фокус. Достаточно дискуссий. Сейчас вы сами все увидите. Скажите, а для этого не нужна какая-то специальная доска? Нет необходимости. Существуют разнообразные практики. Вот как. Итак, дух кого вы бы хотели вызвать? Дух Мари Ленорман. Мари Ленорман? Вот как. Ну и о чем же, по-вашему, следует ее спросить? Сбудется ли мое желание, которое я сегодня загадала? Ну что ж, извольте. Кто это? Мари Ленорман? Это французская предсказательница. Надо бы мне взяться за руки, господа. О! Дух Мари Ленорман, явись мне. Дух Мари Ленорман, явись мне. Дух Мари Ленорман. Неизбежно.
твое желание. Твое желание, оно не сбудется. Все мы смертны. И ты в том числе. Ты не исключение. Умрешь. Смерть неизбежна. Смерть неизбежна. Смерть. Довольно! Это, извините, черт знает что! В самом деле, ты нелепо! О, какой эффектный уход! Это достойно театральных подмостков. Господа, что, собственно говоря, он сказал? Вернее, она. О ком? Я про дух. Ну, что смерть неизбежна, ну так это не новость. Что касается ее слов в отношении Татьяны Сергеевны, я никакой угрозы не заметил. Ну да, она умрет, как и мы все, только в свой час. По-моему, ничего особенного. Довольно! Довольно об этом. Дорогая, ты как? Все хорошо. Петр Иванович, проснитесь. Фокус не удался. Что она сказала? Да полните, Петр Иванович. Все и так достаточно взволнованы и впечатлены. Господа, господа! Господа, господа, господа! Господа! Это, я так понимаю, это часть представления. Да замолчите же вы, ну принесите воды. Анна, Анна, вы меня слышите? Ну, чтобы, ну, разойдитесь, разойдитесь, дайте воздуха. Давайте скорее. Попейте. Спасибо, мне уже гораздо лучше. Может быть, давайте на веранду, на воздух. На веранду, ну, на воздух. Помогите же, скорее, помогите. Помогите. Пойдемте. Ну что, похоже, я был прав. Идем, идем, идем. Миронова весь вечер на арене. Идемте. А племянница у... Племянница у дяди по сестенках. Не похоже? Тонкая, впечатлительная натура. Сударь, вы что, встали в стойку? Неужели вы готовы отдать Татьяну мне без боя? Что, шампанского? Неплохо. Неплохо. Что случилось? Ничего, ничего. Наверное, душно от свечей. Не мудрено с сеансами вашими, Петр Иванович. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Просто голова кружилась. Ну, Петр Иванович, вы действительно произвели впечатление. Что она сказала? Ленорман, я действительно, я не помню, когда в медиум вселяется Петр Иванович, дух. Да будет вам. Представление окончено. Вы напророчили мне смерть. Бог мой, не я. Забудьте. Не я. Прошу вас, позвольте мне объясниться. Это всего пара слов. Прошу вас. Рада, Аннушка, что дядя приехал? Да, конечно. Смешной он у вас? Да, он вообще-то добрый. Я даже не знаю, что на него нашло. Фантазер. Он всегда любил произвести впечатление. Как Татьяна Сергеевна? Ничего. Ничего, Татьяна Сергеевна, я ей все объяснил, она не в обиде. А почему же ты вернулся без нее? Ей захотелось побыть в одиночестве. А ты видел девушку? Какую девушку? Ты не видел ее. Девушку. Скажи, ты притворился?
капризны. Иногда они, да, они иногда не приходят. Нельзя признаваться в этом публике. Во время сеанса в этом ни в коем случае нельзя признаваться, потому что это подрывает доверие к спиритизму, как к явлению, как к методу. Понимаешь меня? Но мне показалось, что ты нарочно Кулешова пугал. Ты ведь мог сказать все, что угодно. Нет, нет, нет. Ни в коем случае никого я пугать не хотел. Ну вот так вышло. Само собой. Она приходила. Девушка-утопленница. Во время сеанса. И я ее видела. Спокойной ночи, радость моя. Прости. Дядь, давай вызовем эту девушку. Зачем? Я не смогу уснуть. Мне нужно поговорить с ней вместе с тобой. Может быть, может быть. Но завтра. Нет, сейчас. Хорошо. Мне понадобится спиритическая доска. Возьму. Кого же вызывать, Аннет? Мы даже имени ее не знаем. А ты вызови дух той, которая явилась сегодня во время твоего сеанса. Ну что же, мне так и говорить? Дух той, которая явилась мне во время сеанса, приди. Да. Дух девушки, явившейся сегодня во время сеанса. Приди. Дух девушки, явившейся сегодня во время моего сеанса. Приди. Аннет, это невозможно. Не получится. Дай. Ничего. Дай мне руки. Пожалуйста, дай мне руки. Дух девушки, явившейся мне сегодня во время сеанса, явись мне снова. Дух девушки, явившейся мне сегодня во время сеанса, я приказываю, явись. Что с тобой? Она здесь.
Дядя, что мне делать? Спроси ее о чем-нибудь. Кто ты? И что тебе нужно? Берега реки. Дядя, что с ней случилось? Я не знаю, кого ты видела. Ты знаешь, что с ней произошло? Прости меня, что я вовлек тебя в это во все. Твой дар, он меня удивляет. Дядь, я тебя не отстану. Кто это такая? Не сейчас, Анет. Давай не сейчас. Отложим до завтра. Я сейчас не могу. Вот приехали, господин надворный советник. Для того, чтобы вызвать дух утопленника, необходимо пойти на реку и опустить в воду зеркало. В отражении вы увидите вызываемый вами дух. Смотри, что она там делает? Колдует. Чертей хочет увидеть. Чертей? Да. Ну что, ведьма? Ведьма! Сейчас догоню, уши надеру. Говорят, что это жена заводчика Кулешова.
5 лет назад у нас тут тоже одна барышня утопилась. От чувств. Лес. Антон Андреевич, осмотрите берег. Внимательно смотрите. Что-то конкретное искать? Не знаю, что. Что-нибудь. Может, утопленница обронила что, или следы какие подозрительные. А, подозрительные? Она ведь сама утопилась. А кто так решил? Это еще подтвердить или опровергнуть нужно. Ищите и обрящите, но сначала нужно определить, где она упала в воду. Понял, слушаюсь. Вы тоже пройдитесь вверх по течению реки. Судя по всему, она провела в воде несколько часов. Определите скорость течения реки, ну и место падения тела. Слушайте, послушайте. За мной. Барышня! Прошу прощения. Это ведь... Вы нашли тело, мне сказали, барышня на колесиках. Да, я. Следователь Штольман Яков Платонович. Миронова, Анна Викторовна. Вы знали утопленницу? Да, мы были знакомы. Когда виделись в последний раз? Вчера вечером. Мы были у Кулешова. Что там делали? Ничего особенного. Просто званый вечер. Не заметили ничего необычного в ее поведении? Нет, ничего такого. Когда разошлись? 9:30. Благодарю вас. А я видел вас в городе на велосипеде. Я вас тоже видел. Вам нехорошо? Нет, нет, все в порядке. Я не буду вас больше задерживать. Если мне нужно будет задать несколько вопросов, я вас найду. А мой отец адвокат, Миронов. И если вам будет нужно, то всякий вам укажет на наш дом. Может, вас проводить? Что? Или могу городового с вами отправить? Нет, не надо. Спасибо. Вы точно доедете на этой штуке? Поиском я привлек местных мальчишек. Удивительно, но они нашли это на берегу. Похвально. Дядя! Аннет! Милый! Я нашла тело в реке. Что? Татьяна Семеновна Кулешова. Утонул. Что ты такое говоришь? Я утром поехала к реке и нашла ее там. Почему ты решила, что это Татьяна? Потому что это она. И другие ее видели и узнали. Этого быть не может. Этого быть не может. Дядечка, милый, может, ты мне объяснишь, что это все значит? А что я могу объяснить? Вчера напророчил ей смерть, а потом вы вдвоем пошли к реке.
4-5. Я тебя иду искать. Воды в легких нет. А вот на затылке, посмотрите, вот эта рана от удара тяжелым предметом. Это говорит о том, что в момент падения в воду она была уже мертва. Значит, все-таки убийство. Похоже на то. А когда наступила смерть? Я полагаю, где-то между 10 часами и... полуночью. Ясно. А, позвольте полюбопытствовать. Вы к нам надолго? Полагаю, надолго. Дело в том, что я врач, я работаю в здешней больнице, но очень часто помогаю полиции в качестве эксперта в области медицины. Так что, если что, я прошу вас не стесняться. Пожалуйста, обращайтесь ко мне. Благодарю, доктор. Александр Францевич. Честь имею. Кажется, плохие новости. Аннушка. Аннушка. Что случилось? Татьяна Сергеевна Кулешова погибла. В реке нашли. Утонула. Боже мой, ужас! Это после вчерашнего. А ты как узнала? Я там каталась утром, а там полиция стоит. Я представляю, каково сейчас Петру Ивановичу. Я схожу, скажу ему несколько слов. Да, да. Это ужасно. Это ужасно. Татьяны с нами больше нет. Мне Ульяна рассказала о вчерашнем вечере. Что с тобой случилось? Пустяки, там просто очень душно было. Вот. Нет, такие сомнительные опыты не для юных особ. Обещай мне, что это больше не повторится. Петя, это я. Нам надо поговорить. Оставьте меня в покое. Открой. Я знаю, что это ты. Ты в своем уме, Ульяна? Умоляю тебя, давай уедем. Ну, что тебе здесь? Мне все равно, что ты сделал. Я ничего не сделал. Ничего не сделал тогда, ничего не сделал сейчас. Просто прогуливаешь к реке барышень, а потом их из воды достают. Это совпадение. Это трагическое совпадение. Ты слышишь? Ничего более. Милый мой, я умоляю тебя. Ради того, что было между нами, я умоляю, давай уедем. У меня есть деньги, Петя. Оставьте меня. Не смей со мной так обращаться. Я знаю, это ты. И я смогу подтвердить, что тебя видела. Если ты не поедешь со мной. Была и нет еще.
ведь ничто не предвещало. Вчера были гости, шутил, смеялась. А кто гости? Только самые близкие друзья и знакомые. Громова, Мироновы, также Семенов, учитель, и Мазаев, художник. А Семенов и Мазаев – это чьи друзья? Татьяны. Она любила окружать себя странными личностями. Один художник, другой стихоплет. И вас это не беспокоило? Помилуйте. Моя жена порядочная женщина. А все эти художники – это невинный флирт, не более того. Вспомните, вчера, накануне, не было ничего необычного? Да, был один странный момент. Вы знаете, Татьяна захотела провести спиритический сеанс. Я не стал возражать. В город приехал Петр Миронов, медиум. Так вот, именно он и напророчил ей неминуемую смерть. Глупость, да и только. Был момент общей неловкости. Прошу прощения. Вас не смутило, что вашей жены всю ночь не было дома? Видите ли, у нас разные спальни. Я ушел к себе раньше, а утром, когда она не вышла к завтраку, я просто не стал ее беспокоить. А потом приехал городовой. Я пока не могу раскрывать всех обстоятельств дела, но то, что смерть Татьяна Сергеевна, это не самоубийство, я практически уверен. Стойте. Вот еще что. Буквально час назад слуги нашли в ее комнате. Вам знаком этот почерк? Нет, разве вы не видите? Это же написано печатными буквами, специально, чтобы не узнали почерк. Благодарю. Я возьму это с собой. Мои соболезнования. Поверить не могу, что Кулешов мог убить родную жену. Мотивы пока не вижу. Хотя спали они в разных спальнях. Черт их знает, этих мужей. По полжизни не живут своими женами, а потом за интрижку убить готовы. А алиби у него ведь нет. Записка странная. Угрозы? Вы отправляетесь в управление, наведите справки об этом деле на берегу, которое было 5 лет назад. А я наведаюсь к этому господину. Идем. Все это весьма неприятно. Я сегодня же пойду к полицмейстеру, узнаю все подробности. Да, и поговорите с братом, он совершенно пал духом. Да, непременно. Ты кого-то ждешь? Нам какой-то господин. Добрый день. Добрый день. Следователь Штольман, я хотел бы поговорить с господином Мироновым. Миронов? Виктор Иванович. Так мне нужен Петр Миронов. Мой брат? А по какому вопросу? Я расследую обстоятельства гибели госпожи Кулешовой и хотел задать ему несколько вопросов. Позвольте, ну а при чем здесь Петр? Я, видите ли, адвокат. Формальность всего несколько вопросов. Прасковья, будь любезна, найди, пожалуйста, Петра Ивановича и попроси его зайти ко мне в кабинет. А вы присаживайтесь, Мария Тимофеевна. Яков Платоныч. А это наша добрая соседка Ульяна Тихоновна. Очень приятно. Бедная Татьяна, бедная Татьяна. Она вчера оказалась такой счастливой. В центре внимания, в кругу поклонников. Правда, мне вчера показалось, что муж не очень был доволен их присутствием.
как-то был раздражен. А кого вы имеете в виду? Семенова и Мазаева. Они пытались наперебой за ней ухаживать. Петр Иванович, ожидают в кабинете. Благодарю. С вашего позволения, я как адвокат хотел бы присутствовать при разговоре. Не возражаю. Итак, вы предсказали госпоже Кулешовой смерть. Не я. Хорошо, не вы. Ну и что было дальше? Что было дальше? Дальше сеанс завершился. Все разбрелись. А точнее? Я предложил Кулешовой совершить прогулку. Зачем? Была необходимость. Мне показалось, что сеанс произвел на нее неприятное впечатление. Я посчитал необходимым его развеять и разъяснить ей, что предсказание не есть приговор. И куда же вы пошли? К реке. Когда вернулись? Видите ли, вернулся я один. Потому как Кулешова сказала, что желает побыть одна, я ее оставил и ушел. А затем мы с племянницей уехали. И, как я понимаю, больше госпожу Кулешову вы не видели? Больше не видел. Я вынужден задержать вас, господин Миронов, по обвинению в убийстве. Послушайте, ну это ведь чушь. Ну, я убийца? Ну, это же чушь. Ваше обвинение безосновательно. Следствие во всем разберется. Если вы невиновны, так вам ничего не грозит. Но в сложившихся обстоятельствах я не могу вас не задержать. Я обжалую ваши действия. Разумеется, это ваше право. Жду вас, экипаж ворот. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты же практически признался в убийстве. Зачем надо было рассказывать про эту прогулку? А что мне скрывать? Что мне скрывать? Объясни мне. Все видели, что мы ушли вдвоем. Все видели, что вернулся я один. Я не хочу врать. Я не буду врать. Врать не надо, но и выкладывать так все сразу ни к чему. Я не виновен. Не виновен. Господин следователь, а что случилось? У меня было несколько вопросов к вашему дяде. Вы что, дядю моего подозреваете? Это нелепо, потому что дядя, он не мог никого убить. И все-таки, а что вы делали у реки? А я вам уже ответила на этот вопрос. Она была расстроена. Я хотел оправдаться, объяснить ей, что слова, которые вылетели из моих уст, мне не принадлежали. Так говорил дух. И для этого нужно было идти к реке? Не отвечай. Ты не обязан. А в каких отношениях вы были с госпожей Кулешовой? Ну, отвечайте, не томите. Ну, скажем так, у нас были отношения романтического свойства, я бы так их характеризовал. То есть вы были любовниками? Да. И что случилось? Вы поссорились? Не то чтобы. Мы просто поговорили. Затем она сказала, что собирается пройтись и... Оставили даму одну ночью в пустынном месте. Так? Она настаивала. Она настаивала. Значит, все-таки поссорились. Я полагаю, мой брат достаточно помог следствию, и больше ему добавить нечего. Согласен. Евграша!
Господин Миронов задержан до выяснения обстоятельств. Татьяна Кулешова, явись. Дух. Татьяна Кулешова, явись. Как же вы меня напугали. Не бойтесь, вы вчера на меня произвели неизгладимое впечатление. Интересно, чем? Извините, я тороплюсь. Послушайте, послушайте. Какая-то нелепая, ужасная смерть. Мне вот захотелось прийти сюда. Зачем? Я даже не знаю, просто захотелось. Бедная Татьяна. Красота и смерть, они всегда шагают вместе. Любовь и смерть всегда идут в обнимку. Вы знаете, я стихи пишу. Вы читали мне в газетах? Случалось. И как? Как вы находите? Хорошо. Выразительно. Спасибо. Вы знаете, я любил ее безответно. И... здесь произошло убийство. А кто, по-вашему, убийца? Ваш дядя последним видел ее. Да что за намеки? Ну, как же это факт? Когда мой дядя оставил здесь Кулешову, она еще была жива. Вот вы, кстати. Вы ведь после нас ушли. Вы тоже могли вернуться на берег. Нет, 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 я... Нет, 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 нет. Но вот Мазаев... Да, Мазаев. Он сразу же вернулся после того, как мы вышли от Кулешовых. Трость забыл. И что, вы его дождались? Нет, я ушел. Спасибо. Всего доброго. Анна, вы так прекрасно смотритесь на этом механизме. Анна! Thank you.
Что вы здесь делаете? А у вас было открыто, а я стучала, а это ваша шляпа. Да, благодарю, это моя шляпа. Полагаю, вы уже знаете? Да, знаю. Это ужасно. Да. Это ужасно. Ужасно. А я в толк не возьму. Что вам угодно? Видите ли, я бы хотела купить у вас вашу трость. Трость? Да. Мою? Да. Зачем она вам? А у нее такой красивый набалдашник, а батюшка мой, он коллекционирует их. И я бы хотела сделать ему подарок. Что-нибудь еще, сударыня? Вашу трость. Знаете, мне сейчас... Я сейчас очень занят. Мне сейчас некогда. Давайте потом, хорошо? Да, конечно. Да? Но вы ведь забрали ее вчера у Кулешовых? Да, забрал. А может и нет, я не помню. Послушайте, сударыня, вы идите, как там вас, Анна Викторовна, идите, я найду вам эту трость. Да, я найду, но сейчас мне некогда, я очень занят. Извините. Да, хорошо. Да. Так я зайду на днях. Да, да, на днях. Да, на днях. Спасибо. На днях. Спасибо большое. Да, на днях. Яков Платоныч. Что-то удалось выяснить? Да, утопленницу звали Саушкина Екатерина. Это было 5 лет назад. С делом ознакомились? Разумеется, но... Там особо ничего нет, так как расследовать было нечего. Но, несмотря на это, я поспрашивал в участке. Эта Саушкина была помолвлена и накануне свадьбы бросилась в реку. Примечательно, что за ней тогда ухаживал. Кто бы вы думали? Ну, не томите. Наш медиум. Петр Миронов? Да. Очень уж эта история похожа на нашу историю с Кулешовой. Войдите. Вячеслав Берудьев, тут к вам, говорят, по делу Кулешовой. Давай. Прошу. Вот это и есть орудие убийства. Трость Мазаева. И я ее нашла на обрыве. Вы позволите? Похоже на кровь. А вы уверены, что это трость Мазаева? Абсолютно. Я вчера очень хорошо ее разглядела. Вы должны будете показать мне это место. Да, конечно. Антон Андреевич, а вы тащите мне сюда этого Мазаева. Да, будет сделано. Револьвер возьмите. Стрелять-то умеете? Разумеется, я ходил в тир. Хорошо, только осторожно. Да. Вы, может, ко мне в повозку пересядете? Еще далеко? Да ничего, ничего, доеду. Не беспокойтесь.
Вставайте, я из полиции. Ну? Вон! О, полиция! Там! Там грабители! Да, да не меня! Вот там! У меня в доме! Вот, вот он! Вот, вот! Да держи вот, его! Ну! Вот это место. Вы здесь натоптали? Знаете что? Это, наверное, ваши городовые натоптали. Жаль, только орудие убийства не нашли. Прошу прощения за работой, забывая о такте. Тело упало там, потом его перекатили к обрыву и сбросили в воду. Кровь и здесь, и там. А как же вы узнали, где находится трость? Вы что, ясновидящая? Смотрите, как много у вас подозреваемых. Во-первых, Мазаев. Он мог сам спрятать свою трость, а потом вернуться за ней. И пойти к реке? Именно. Между прочим, он не признается в том, что трость потеряна. Я проверяла. А почему? Почему? Боится. Дальше. Семенов, он тоже мог спрятать трость Мазаева. А когда тот вернулся, ее не нашел и ушел домой, Семенов сам взял эту трость, пошел на обрыв и убил Кулешову. Которая, между прочим, к тому моменту уже ходила по берегу одна. А дальше? А дальше ваш дядя. Нет, дядя не мог. Он ведь ушел без трости и вернулся тоже без нее. И вообще он все время был на виду, он не мог взять эту дурацкую трость. Вы что, ведете собственное расследование? А что делать, если полиция не справляется? А между прочим, Семенов мне сегодня говорил какую-то ерунду о том, что любовь и смерть всегда ходят рядом. Да. И в Кулешова ведь он был влюблен. И даже стихи писал. Сначала о любви, а потом о смерти. Да-да-да-да-да. Мазаев слишком после этой истории. Семенов. Я должна кое-что проверить. Вы что-то сказали? Нет, ничего. Что за чудное было мгновение? Было давно, я не помню, когда это было. Пронеслись, как виденья, и канули в вечность года. Утомленное сердце о прошлом теперь позабыло. Это было давно, я не помню, когда это было. Все какие-то сны наяву, все какие-то светлые грезы. В сердце нежная грусть и любовь, а в глазах непонятные слезы. Ах, без жизни проносится жизнь вся моя. Поглощаемый жизненной тиною, я борюсь день и ночь, сам себе я судья, и тюрьма, и палач с гильотиной. Ну, вернулся я за тростью. Смотрю, нет ее нигде. Думаю, не пропадет. Продолжайте. Думаю, не пропадет. Дом-то вроде как приличный. Пошел обратно, а Семенова уже не было. Ушел, не дождался, наверное. Вот, ударился в бега. Пришлось с городовыми его ловить.
Что, скрыться хотели? А почем я знал, что он полицейский? Вы на рожу его посмотрите. Вот на вас посмотришь, сразу видно фараон. А этот? Мазурик он и есть. Мазурик. Вот. Что это? Я провел обыск, изъял письма. Вдруг там что-то интересное. Вы что, с госпожой Громовой переписываетесь? Так она мне приглашение-то прислала на этот злополучный вечер. Евграша! Отпустите господина Мазаева. О, вот это правильно. Нет, нет, ни в коем случае. Это останется у нас. Это вещественное доказательство. Вернуть не забудьте. Я ему верю. Отправляйтесь в дом к Мироновым. Мне нужны письма, которые Петр Миронов получал в последние дни. Письма. Анна Викторовна! Анна Викторовна! Подождите, это же я, Семенов. Вы так быстро едете, что... Я не успеваю за вами, от самого дома бегу. А что случилось? Ничего. Я просто ждал вас. Зачем? Хотел на прогулку пригласить. Погода хорошая. Может быть, к реке сходим? К реке? Да. Нет, знаете, я сейчас очень занята. Ничего. Можно вечером. Вы знаете, как... Соловьи поют. И нет, нет, знаете, я сейчас все время занята. Анна Викторовна, голубушка, я должен объясниться. Нет, пожалуйста, не надо. Анна Викторовна, подождите, подождите, подождите. Вы знаете, я едва пережил эти несколько часов с того самого момента, как утром увидел вас. Это вы что хотите этим сказать? А вот это вот не хочу сказать, что я вас увидел утром, такую свежую, летящую верхом, как... К амазонку. Может, пожалуйста, не надо. Анна Викторовна, голубушка, вы перевернули мне душу. Я даже стихи написал. О, боже мой! О, это же мои стихи. Как же это было давно. А вы что, храните это? То есть да, то есть нет. Это же посвящено Кате вот. А вот это вот Татьяне. Позвольте, это все потому, что... Вы что, подозреваете, что это я? Дайте газету. Анна Викторовна, дайте газету! Дайте газету! Дайте газету! Оставьте ее! Антоша Коробейников. 84-й год выпуска. Я вам не Антоша, я при исполнении. Вы задержаны, следуйте за мной. Немедленно. Вы признаетесь в убийствах? Какое убийство? Я всего лишь писал стихи о любви. Верно, сначала о любви, а потом о смерти. Так послушайте, я не виноват, что обе мои возлюбленные умерли. Это совпадение. Нет, вы ничего не докажете. Так мы не докажем, или вы невиновны? Не ловите меня на слове. Можете идти. Что? Вы свободны. Что? Я не могу задержать человека за стихи. Да? А за что же вы дядю тогда задержали? Смотрите, что получается. 5 лет назад гибнет Савушкина, и ваш дядя уезжает из города.
Через 5 лет он возвращается в город и гибнет госпожа Кулешова. С обеими из них у него была связь. Я не утверждаю, что он виновен, но уж слишком много совпадений. Я вам докажу, что он не виновен. Просто нужно, чтобы убийца сам себя выдал и во всем сознался. И как же это сделать? А очень просто. Спиритический сеанс. Я поговорю с Кулешовым, и мы сделаем это еще раз. Я позову всех, кто был тогда. Только нужно, чтобы вы дядю отпустили на этот сеанс. Нет, это невозможно. Ну почему? Это же в интересах следствия. Я не могу отпустить арестованного ради какой-то сомнительной версии. Яков Платонович, ну убийца ведь не знает, что версия сомнительная, и он выдаст себя, вы увидите. Ой, как же вы наивны, Анна Викторовна. Яков Платонович, ну пожалуйста, ну ведь вы же ничем не рискуете. Яков Платонович. Хорошо, но дядю я привезу сам. Значит, завтра у Кулешовых. Ну и что мне прикажете с ней делать, Антон Андреевич? Пригласите барышню покататься за город. Что? Вы спросили совет, и я, видимо, не так вас понял. Господа, вечер добрый. Придется подождать. Еще нет никого. Назначено было на 9. Ничего. Я попрошу вас собрать всех домашних слуг. Хорошо. Идемте. Вам знаком этот предмет? Прошу, господа, рассаживайтесь. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Так, все получится. Вот увидишь. Держи. Господа, я вижу, все в сборе. Полагаю, можем начинать? За руки. Татьяна, кто твой убийца? Я не могу. Я прошу меня извинить. Не могу, прости. Не, ну все, хватит. Вызвали нас среди ночи. Ну, что за шутки в самом деле? Дамы и господа, я прошу тишины. И прошу всех занять свои места. Я сама проведу сеанс. Ну, не знаю. Если только ради дамы.
Поддерживаем. Пожалуйста, все положите руку на ползунок. Дух Татьяны Кулешовой явись. Дух Татьяны Кулешовой явись. Дух Катерины Савушкиной явись. Дух. Они написали Громова. Громов? Что это значит? Что? Не сходите с ума. Это вы убили Савушкину и Кулешову. Не сходите с ума. Сядьте. Вы же не будете строить обвинения на показании каких-то духов. Конечно, нет. Вот записки, которые получили жертвы незадолго до смерти. Написаны они искаженным почерком, так что узнать, кто их писал, невозможно. А вот письмо, которое мы нашли у господина Мазаева. Оно написано вами и подписано вашим именем. Здесь также письма из вашей переписки с господином Мироновым. Так вот, между этими анонимками и вашими письмами есть связь. Бумага одинаковая. Бумага? Да мало ли кто еще мог пользоваться такой бумагой. Я навел справки. В Затонске такую бумагу не продают. То есть купить ее здесь невозможно. А изготовлена она в Германии, где вы были 5 лет назад. А это не доказательство. Это косвенное доказательство, но есть и свидетель. Прошу вас. Расскажите, что вы видели в тот вечер, когда проводился спиритический сеанс? Когда все гости стали расходиться, господин Мазаев забыли трость в прихожей. Какую из них? Эту. И что было потом? А потом я видела, как госпожа Громова взяла ее и ушла. Я хотела отнести ее господину Мазаеву. Вот как? С чего бы это? А куда направилась госпожа Громова? Пошла к реке. Я так еще удивилась. Полагаю, дальше все ясно. Госпожа Кулешова была найдена мертвой у реки. И убита была она вот этой тростью. На ней ее кровь. Ты предал меня. Господин Миронов предал вас 5 лет назад, когда оставил вас и увлекся Екатериной Савушкиной. Простить предательство вы ему не смогли, но и забыть его не смогли. Поэтому и решили избавиться от соперницы. Но господин Миронов уехал и вернулся в город лишь 5 лет спустя. Но опять же не к вам, а на этот раз влюбился в Татьяну Кулешову. Я умолял Татьяну уехать вместе со мной. Боялся, что кошмар повторится. Так вот почему вы придумали весь этот спиритический сеанс с нелепым предсказанием о смерти? Я думал, это ее испугает.
Вышло совсем иначе. В тот вечер вы видели, что господин Мазаев забыл трость. Взяли ее, спустились к реке, где и нашли жертву. Вы арестованы, госпожа Громова, по обвинению в двух убийствах. Татьяны Кулешовой и Екатерины Сарушкиной. Ты доволен? Все могло быть иначе. Тебе просто нужно было любить меня. Все хорошо, что хорошо кончается. Если считать хорошим концом смерть красивых молодых женщин, которых я когда-то любил, а друг женщины, которую я тоже когда-то любил. А еще никакой я не верю. Перестань, перестань. Главное, что ты жив и что ты на свободе. А убийца изобличен. Любовь, Анушка, это самая опасная вещь на земле и на небе. Самая красивая и самая опасная. Должен признаться, хотя и странным образом, но преступление вы раскрыли. Разве я? Нет. Я только напугала убийцу. Да нет, без вашего участия я бы упрятал за решетку невинного человека. А как же вы это сделали? Все равно не поверите. Ну да ладно. Во всей этой истории есть один положительный момент. Да. Вы одержали первую победу на новом месте. Нет. Знакомство с вами. Мне пора. Я пойду. И все-таки, что же произошло на этом спиритическом сеансе? Боюсь, я не смогу вам этого рассказать. Уйдете, так и не удостоив меня объяснения? Да мне, знаете, самой бы разобраться. Яков Платоныч. А вы простите мне тут поцелуй. Всего доброго. До встречи. Thank you.
принесла? Да. Пойдем. Она сегодня с нами, хоть это и против правил. Ну, начнем. Не время еще. Соня, не дрожи, выгоню вон. Именем Адоная, который сотворил ад. Именем Адоная, который сотворил ад. Заклинаю именами. Кадос, Кадос, Кадос. Именами заклинаю. Кадос, Кадос, Кадос. Повелители Жаи, Кантан, Анье. Повелители Жаи, Кантан, Анье. Заклинаю именами демонов, служащих властителю тьмы. Заклинаю именами демонов, служащих властителю тьмы. Князь тьмы, князь тьмы, князь тьмы. Выйди, покажи себя. Князь тьмы, князь тьмы. Выйди, покажи себя. Я иду искать. Я к вам как к лучшему адвокату. Игнат Демьянович, я сделаю все, что в моих силах. Уж будьте любезны, голубчик. Не поскуплюсь. Катенька у меня совсем еще ребенок. Такое горе, такое горе. Значит, встречаемся в этом самом проклятом доме и ждем, как его... Штольмана. Да-да, Штольмана. Ну, всего хорошего. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А что случилось? Случилось то, что... Витенька. В доме купца Курехина, ну, том заброшенном, была найдена его дочь Олимпиада с перерезанным горлом. Не приведи Господь такому случиться. Ну, а вместе с ней там были дочка Прохорова, Катя, и... Соня Молчалина. Барышни вызывали дьявола. Со всеми полагающимися атрибутами. Ножом, зеркалом,
Ну и вот. А что вот? Это что, дочь Прохорова Олимпиаду зарезала? Ну, пока там еще ничего не известно. Найдено только окровавленный нож и орудие убийства. Бедная девочка, такой кошмар. Все дело в том, что дочке Прохорова уже 14 лет, и если ее признают виновной, то ее отправят в исправительное заведение. Как странно. Что тебе странно? Прохоров этот странный. Как будто бы он скрывает что-то. Ну вот опять. Даже не вздумай. Ты меня слышала? Даже не вздумай ввязываться в это дело. Тебе так вон по ночам кошмары снятся. Мама, я вообще-то уже не ребенок. И с папой пойду. Да? А что? Что, если Прохоров действительно что-то скрывает? Это же для девочки опасно. Господь с тобой, Ваня, он же ее отец. А ты мой, поэтому я с папой пойду. Одна гимназистка зарезана, а две другие напуганы до смерти, но вины никто не признает. Знаете, Яков Платонович, я, откровенно говоря, не понимаю, какой мотив должен был быть у этих девочек. Кровь убитой на платье у обеих девочек, у Кати Прохоровой и у Сони Молчалиной. Да, но ведь трудно представить, что одна держала, а другая наносила удар. Очень бы не хотелось в это поверить. Так что по вашей части, доктор? Ну, здесь достаточно все очевидно. Удар был нанесен сверху, глубокая колющая рана. Такое ощущение, что кто-то стоял сзади. Наваждение. Но ведь такой удар вряд ли получится случайно. Да, Вита Брэдис, Арсидор Лонга. Жизнь городка, опыт обманчив, а наука обширна. Всего доброго, доктор. Я думаю, что все эти убийства – это не занятие для молодых девушек. Мам, я все знаю, что ты скажешь. А знаешь, тебя уже несколько раз видели в компании этого Штольмана. Встречались мы с ним исключительно по делу. Это какие могут быть дела у молодой девушки с полицейским? Мам, ну ты прекрасно знаешь, что это было за дело. К тому же господин Штольман к нам приехал из Петербурга. А говорят, что господина Штольмана уволили со службы из Петербурга за неподобающее поведение. Да? Ну и что же он такого сделал? Говорят, что он был замечен в курении опиума и посещение притонов. Мам, ну работа у него такая. Бывал там по долгу службы, по делам следствия. Господи, как ты можешь такое говорить? А зачем флейта? Играть буду. Анна, я прошу тебя. Анна, не уходи. После девочек в доме никто не появлялся. И что скажете, Антон Андреевич? Да что скажешь тут? Ничего не понятно. А по существу? Три гимназистки решили вызвать дьявола, и одна из них пала жертвой. Ну, нелепость. И что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что это очень плохая примета. Надо вызывать Анну Викторовну как можно скорее. То, что здесь очевидно какая-то чертовщина. Да подождите вы со своей Анной Викторовной. Ну, не могли девочки убить свою подругу, Яков Платоныч. Здесь еще совсем недавно жили Курехины. Ой. Теперь вон чего.
А что находится за этой дверью? Проклятое место. Что? А? Пап, а что стало с отцом Олимпиады? Повесился. Месяц назад. Даже записки не оставил. Ведь дела у него неплохо шли вроде. Стой. Ну вот, спустя время в этом же доме убивает его дочь. Очень да. Странно. Теперь пошли слухи, что, дескать, Курехин продал душу дьяволу. Именно здесь, в этом доме. Потому и дочь его убили, когда она сама пыталась дьявола здесь вызвать. Ты не вори поверишь во всякую чертовщину. Пап, а почему же вдова Курехина вместе с дочерью уехали из этого дома? Продать дом ей не удалось. Ну и жить в нем после самоубийства мужа она тоже не смогла. Ты вообще решила, что этот дом проклят. Ладно, пойдем. Вот все и в сборе. Господа, ну, кажется, мы не опоздали. Нет, нет, вы вовремя. Антон Андреевич, записывайте. Начинаем допрос по делу об убийстве Олимпиады Курехиной. Присутствуют свидетельницы Софья Молчалина в сопровождении отца, Екатерина Прохорова в сопровождении папеньки. И адвокат господина Прохорова, господин Миронов. Это моя дочь, Анна Викторовна, мой ассистент. Давайте к делу. Ну, расскажите, девушки, что же вам взбрело в голову в среди ночи срываться из дома? Дьявола вызывать? Меня посадят в крепость. Вот дуреха. Да кто ж тебя посадит, дурочка малолетняя? Давай, отвечай. Отвечай. Мы вызывали князя тьмы по книжке. Видно, он вам сильно понадобился среди ночи. И что было дальше? Зеркало стало дрожать. Он начал лезть сюда, к нам. И оттуда вырвался жуткий демон. Князь тьмы, выйди, покажи себя! Что с вами, барышня? С тобой все хорошо? Да. Простите, господа, дочь моя просто очень впечатлительна. Девочки, сядьте так, как вы сидели той ночью. А где сидела Олимпиада? Вот здесь. Анна Викторовна нам поможет. Покажите по порядку, как точно все происходило. А нож-то? Про нож-то скажи. Нож? А что с ножом? Свечи погасли. И он кинулся на Олимпиаду. Кто, демон? А то кто же? Потом вы зажгли спичку, а? А кто держал нож? Дура, ты чего? Я только руку себе надрезала. Я его держала в руках буквально секундочку, а потом положила. А после? Потом мы ушли. Что нам оставалось? Например, позвать взрослых. Девочка кровью истекала, а вы спокойно ушли, легли спать? Яков Платоныч, девочки были очень напуганы. Она подлая была. И за это меня в крепость? Я ее не убивала. Я только руку себе надрезала и нож сразу положила. А кто-нибудь еще был в комнате? Чужой, взрослый? Да кто вы такой? Папа, как он смеет? Господа, мы оказываем излишнее давление на девочек. Хорошо, на этом первый допрос будем считать оконченным. Первый? А что будет еще? Непременно. Девочки, вы можете подождать на улице, а вас, господа, я попрошу остаться. Вы тоже можете задержаться, господин Миронов. Девочки, пойдемте со мной.
Пойдемте. А давно вы все это начали? В смысле вызывать? Месяц назад. Это все Олимпиада. Она все это затеяла. А я виновата осталась. А почему именно в этом доме? Липка сказала, что раз этот дом проклят, значит, здесь дьявол и живет. Заклинание вы из книги взяли. А книгу кто принес? Ну, она и принесла, Липка. И что? Все у вас получилось? Все получалось. Сначала мы услышали странные звуки. Потом половицы скрипели. А потом случилось это. Страшный призрак. Говорят, вы с Курехиным были партнерами. Дружили, насколько мне известно. А что же с ним случилось? А Бог его знает. Проигрался, говорят. А еще говорят, что повздорили вы с ним оба. Разорвали все отношения, прекратили все дела. А он повесился. Не понимаю, к чему эти вопросы, Виктор Иванович? Дочерям это никакого касательства не имеет. Это дела купеческие. Торговля совместно у нас не пошла. Вот. А теперь слушайте меня внимательно. Я медиум. И я знаю, на что способны духи. И знаю, что они будут мстить тому, у кого эта книга. И это будет страшно. Вам что, недостаточно того, что уже и так произошло? Она там, наверху. Принести можешь? Скажи, пожалуйста, Олимпиада, она искала с вами дружбу? Да, она и придумала это все только для того, чтобы с нами дружить. А еще у вас был какой-то сверток. Какой сверток? А? Какой сверток? Сверток лежал на полу рядом с зеркалом. А, его Липка зачем-то принесла. А теперь он где? Ну, когда Липка упала, мы с Катей убежали. Нам не до свертка было. А вы правда, что ли, медиум? Что-то не похоже. Вы что, не понимаете, насколько это опасно? Но мы не знали, что дьявол действительно существует. А теперь? Теперь у нас нет в этом никаких сомнений. Вам нехорошо? Нет. Вы так меня с ума сведете. Это вещественное доказательство, и я забираю это в интересах следствия. Да. Вы знаете, вы еще и сожгите. Я вам хотела кое-что сказать, но лучше давайте отойдем. Было что-то еще. У девочек во время ритуала был какой-то сверток, а в нем какой-то предмет. Это вам девочки сказали? Можно и так сказать. Но послушайте меня, это правда очень важно. Вот этот предмет, это и есть ключ к разгадке. Яков Владимирович, ну, в самом деле, нельзя так. Они ведь все-таки дети. Между убитой и этими двумя девочками, видно, никогда большой дружбы не было. Ну, не было и не было, и что с того? Это же не повод убивать. Ну, сами подумайте. Что было бы, если бы все девичьи ссоры заканчивались поножовщиной? Честь имею. Нужно тебе сказать, что ты ведешь себя крайне неосмотрительно. Секретничать на виду у всех с неженатым мужчиной. Папа, мы с ним исключительно по делу разговаривали. Да что ты? И что же это? А вот это я не могу вам сказать. Потому что вы, папа, адвокат противной стороны. Трогай. Сочувствую вашему горю, понимаю, как вам сейчас тяжело.
Но времени ждет, должен найти убийцу. Только поэтому и решаюсь побеспокоить вас. Да, я понимаю. Вы не вспомните, с кем ваша дочь встречалась в последнее время? С подругами. С кем еще встречаться-то? Ну, может быть, новый друг объявился? Друг? Какой друг? Но кто-то ведь надоумил ее заняться этой черной магией. Не могла же она сама до этого додуматься. Не было у нее никаких друзей. Она и с девочками из класса-то совсем недавно сошлась. А откуда же у нее тогда эта книга появилась? Ума не приложу. Первый раз вижу. А Олимпиада не получала в последнее время каких-нибудь подарков? Какие подарки? От кого? Ну, какую-нибудь вещицу, статуэтку, украшение. Нет, нет, что? Вы уже обыскали комнату дочери? Я должен вам задать этот вопрос. Почему ваш муж покончил с собой? Несколько дней он был подавлен, озабочен, как будто его что-то мучило. Но он со мной не делился. Я думала, что-то не ладится в торговле и не докучала вопросами. И вот больше я ничего не знаю. Вы простите нас, если появится... Вопросы, мы вынуждены будем вас беспокоить. Что теперь? Как мы будем вызывать его без книги? Никак. Я в этом больше не участвую. Неужели тебе не интересно? Ты что, совсем дура? Он Липку убил, мог бы и нас с тобой зарезать. Олимпиада это придумала. Вот он ее убил. А где сверток? Не знаю. Я не брала. Это ты его спрятала. Как я? У меня его нет. Это ты. Я к нему даже не прикасалась. Вот и ясновидящая про него все спрашивала. Была бы ясновидящая, не спрашивала бы. Знать бы еще, что в нем. Довожу до вашего сведения, что по запросу о деле об убитой девочке... Войдите. Вечер добрый. Я к вам, Яков Платоныч, по личному делу. Это Коробейников, мой помощник. Он принимает участие во всех расследованиях. Очень приятно. Но мне бы хотелось лично. Антон Андреевич, подождите в коридоре. Позже закончим. Да. Понял, это что, улики? 300 целковых. Если вы все спишете на случайность. Вы что задумали? Уберите. Не попрезгуйте, ваше скобродие. Катенька, она, видимо, вся в мать пошла. Кровь цыганская. Та тоже чуть что, сразу за нож хваталась. Пьяному мне однажды, знаете, чуть горло не перерезала. Жаль, быстро сгорело. Чахотка. Вы не побрезгуйте.
Деньги заберите и покиньте кабинет. Забирайте, забирайте. Вы бы коней попридержали? Вы в городе без году неделя. Дадите делу ход, пеняйте на себя. Всего доброго. Ох, он и выскочил, будто черта увидал. Да вас тут в городе куда ни плюнь, то черта Бафомет. Спаси Господь. Ох. Дух Олимпиады явись. Дух Олимпиады явись. Дух Олимпиады Курёхиной явись. Дух Олимпиады Курёхиной явись. Скажи мне, кто-то еще, кроме твоих подруг, был в том доме? Это он тебя убил? Проходи. Давно не видел тебя. Очень много дел. Ну, я понимаю, да. Понимаю, практикуешь. Моего совета совсем перестала спрашивать. Не доверяешь больше? Да ты что? Я тебе очень благодарна всем твоим советам. Анет, знаешь, что я подумал? Что? Не съездить ли нам с тобой в Петербург? В Петербург? Ну да, как хотели, вдвоем. Я бы тебя ввел в общество спиритов. Я ведь там не последний человек. Познакомил бы с нужными людьми. Это было бы очень полезно. А что это такое? Что за тонк? Ну, конечно, тесен для твоего дара. А я здесь тоже закис. Что ты скажешь? Я не знаю. Здравствуйте, пожалуйста. Всегда хотела и что? Ну, может быть, не сейчас, позже. В Петербурге нету господина Штольмана. Ладно, господин Штольман здесь. Ты что, вовсе не в Штольмане дело? Аннет, послушай меня. Ой, ты с этим господином Штольманом поосторожнее. Знаешь ли ты, что с ним в Петербурге произошел один очень скверный инцидент? Была замешана женщина. Какая женщина? Дуэль. И чиновник по особым поручениям департамента полиции сослан в провинцию. Этот господин Штольман? Дамский угодник. Нет, не может быть. Штольман, он такой... такой... серьезный. Так одно другому не мешает. Ты знаешь, серьезные господа, они могут быть... Мне нужно уйти. Куда? Ты же поможешь? На ночь глядя. Ну, мне очень нужно, правда. Ты чем собирался вечером заняться?
хотел пасьянс выложить. Одно другому не мешает. Вы как сюда попали? Дежурного не было на месте. Ратазей, вы зачем пожаловали? Катя Прохорова не убивала Олимпиаду. А вы почему так думаете? Не Олимпиада сказала. Анна Викторовна, я прошу вас. А еще она сказала, что ее убил дьявол. Вы знаете, я не верю во всю эту чертовщину. Но неужели вы ничего не чувствуете, когда берете в руки эту книгу? Яков Петрович, когда я... Я как только дотронулась до нее, я дышать не могла, так много зла в ней. Яков Платоныч, пожалуйста, я умоляю вас, пойдемте в тот дом. Там действительно нечистая сила, и разгадка тоже там. В любом случае, сейчас ночь, и мы там ничего не найдем. Домой идите, вас наверняка уже родители потеряли. Это невыносимо. По крайней мере, мы можем быть уверены, что она не вызывает духов. А тебе не кажется, что наша дочь особенно плохо сегодня играет? И прошу заметить, эти дурные привычки она переняла от твоего брата. Сначала эти духи, теперь эта флейта. Ну, давай поговорим об этом. Анна Викторовна, зачем вы все это делаете? Я знаю, что я могу помочь вам. И девочкам тоже. Вы не сочтите за браваду, я позволил себе рюмку коньяка. Но, если честно, вы интригуете меня. Умная, образованная, красивая. Еще и медиум. Говорят, всех женихов отвергаете, откуда вы только взялись в этой глуши. Имела счастье здесь родиться. Да нет, нет, я не то хотел сказать. Вы просто не похожи на девушку из Затонска. Я надеюсь, это комплимент. А теперь я вас спрошу. Как вы оказались в нашей глуши? Это длинная история. Говорят, что в Петербурге вы были чиновником по особым поручениям. Говорят, что был, но это неинтересно. А мне очень интересно. А еще говорят,
что столицу вы оставили из-за женщины. Вы оставили ее? Столицу? Женщину. Ну да. Совсем оставили. Сатана! Антон Андреевич! Какого черта вы здесь делаете в этот поздний час? Прошу прощения, протоколы вот поднакопилось. Анна Викторовна, я... Добрый вечер. На сегодня я закончил, с вашего позволения. Нет, подождите. Хорошо, что вы пришли. Вы проводите Анну Викторовну домой. С превеликой радостью. Вы всего доброго. Всегда рад вас видеть, Анна Викторовна. И тут уж, Анна Викторовна, аут Винцера, аут Мори. Или победить, или умереть. И Яков Платоныч говорит, бросай топор, я попадаю в муху с 10 шагов. А тот пьяный орет что-то и идет на Якова Платоныча с топором. А Яков Платоныч стреляет ему в ногу и попадает. И кость даже не задел. Тот падает и замирает. Ой, вы точно влюблены в него. Яков Платоныч, Яков Платоныч. Ну, скажете тоже. Просто Яков Платоныч, он... Да я знаю. А что за история у него в Петербурге вышла? О, дуэль. Расскажите. Из-за женщины. Ну, подробнее. Вы знаете, я подслушал разговор Артюхина, наш полицмейстер. Случайно, разумеется. Ну, так да. Вот, я тогда не знал еще Штольмана. Яков Платоныч свой выстрел благородно направил в воздух. А противник стрелял в него и ранил. За это Якова Платоныча понизили в чине и выслали к нам. Будто у нас Сибирь какая. Вы думаете, что это все правда? Разумеется. Я в этом абсолютно убежден. Видите этот дом? Вижу. Я сейчас туда войду. Вы со мной? Яс? Анна Викторовна, существует ли такая необходимость? Впрочем, разумеется, я с вами. Или, может быть, в другой раз, Анна Викторовна? Анна Викторовна. Анна Викторовна. Анна Викторовна. Давайте уйдем. Тихо! Дух Курюхина, ответь мне. Дух Курюхина, тебя убили? Это из-за твоих друзей? Стой! Стой, не шевелись! Нет, стой! Ну догоните же его! Ну бегите! Стой, я говорю!
Эй, ты! Стой, полиция! Стой! Стой, тебе говорят! Открывай, полиция! Открывай немедленно! Кто такой? Дворник. Дворник я. Чего делал в доме заброшенном? Дух Курюхина, ты еще здесь? Скажи мне, это был твой убийца? Ты не знаешь? Духовидица. Кто тебе Курюхин сказал? Что он сказал? Помогите! Давай за мной. Живо, живо! Скорей! Нет никого, упустили. Так вот, заметил я, кто-то в дверь. Шесть! Ага. Пошел посмотреть. Поднимаюсь по лестнице, а тут ваше благородие как зарут. Полиция, полиция! Ну, я бежать. И чего бежать-то, если полиция? Оттого и бежать, что полиция. Мало ли, доказывай потом. Дубова ты башка, из-за тебя преступника упустили, и Анна Викторовна пострадала. Как хоть он выглядел? Да не разглядел я в темноте. Тень одна. Вот ведь, не заметил. А куда скрылся он, заметил? Да мало ли, тут и черный ход есть. Да и дыр уже понаделали. Скажите мне, пожалуйста, а может быть, пару дней назад рядом с этим домом вы видели что-то необычное? Видел. И рядом с домом, и в самом доме. Что видел? Нехороший этот дом. Привидений в нем полно. Ходят от окна к окну. Светом светят. Воют, как волки. Даже плачут детским плачем. Допустим. А живых видел кого-нибудь? Девочку видел позапрошлой ночью. Девочку. Лет 13? Не меньше. Я уже все дворы запер, а этот двор последним запираю. Вот так все оно и было. А что вы говорите, в руках у нее было? Да не заметил я. Сверток какой-то. То есть пойти ночью за незнакомцем в пустой дом с... То есть пойти ночью в пустой дом с привидениями, вслед за незнакомцем, он не испугался? Не, да. А когда закричали «полиция», он испугался и побежал. Это действительно в высшей степени странно. Но, что из этого следует? К чему бы это? Только одно. Он хотел встретиться с этим незнакомцем. Да. А! Вы пришли? Да. Спокойной ночи. Добрых сновидений, Анна Викторовна.